Это бред. Никакого ядерного статуса Украина не будет. У нее нет ни ученых, ни ресурсов, ни воли, самое главное, к тому, чтобы играться в такие игры. Украине помашут пальцами, и элита украинская тут же обосрется. Все. Нет в Украине элиты, которая способна реализовывать такие большие сложные проекты. Прекращайте бредить. Нет, не будет никакого ядерного статуса в Украине. Вот в таком состоянии не способна вообще Украина никогда получить ядерное оружие.